Генеральный спонсор – крупнейший интернет-магазин тату-оборудования 28opt.ru. Дима Акула, город Киев. Киевский парень – мастер тату. Имея скромный стаж 2 года и сложный путь совершенствования еще не закончен. Любит то, чем занимается. Это приносит удовольствие ему и его клиентам. Работает строго по предварительной записи, в стиле нео-традиция, строго по своим эскизам. Чужие работы не ворует, хлам и мусор не колет. Делает упор на объем, созданный с помощью цвета и бликов. Адрес Цитадели – Киев, улица Боровского, 37/14. Ирина Евгеньевна Полосухина, город Уфа. Увлечения, работа, собаки, вороны, тропические птицы, бездорожье и автомобили для Онова. Студия татуировки Ирины Аспи находится по адресу Уфа, улица Первомайская, дом 35, салон красоты «Клео». Работает с 2003-го, любит реализм. Заняла первое место в номинации «Кавер-ап». Третье в большой работе на первом Казанском тату-съезде 2012 год. Телефон 8-917-434-29-71. Ссылка на сайт тату-студии tatuufa.ru. Макс Шатров, город Красноярск. Профессионально занимается татуировкой с сентября-октября 2012 года. До этого татуировка была для него как увлечение. В планах активно ездить и развиваться, но пока не было подобного опыта. Предпочитает работать в стилях нео-традиция, нью-скул, реже реализм и стилях, близких к реализму. На данном этапе работает в независимой студии Blade Runner Inc. Любимые тату-художники Джефф Гог, ID. Постоянно стремится узнавать что-то новое, пробовать себя в новых направлениях, ищет свой путь. Работает только по индивидуальным эскизам, чаще всего по своим. Шелупаев Антон, город Москва. Работает в тату-индустрии с 2012 года. Отдает предпочтение таким стилям, как традиционный реализм, трэш-полька, акварельная тематика. В свободное время увлекается дизайном, играет на гитаре, самореализуется в художественной сфере. Место работы – тату-студия в салоне красоты по адресу метро Семеновская, улица Мироновская, дом 9. Ссылка на группу http://vk.com/shtatu. Ссылка на личную страницу http://vk.com/shelltatu. We'll be right back.
Шмель Юрий Викторович, город Москва. Татуировкой занимается с 16 лет. Увлечение ММА, брейк-данс, путешествия. Работает в Москве. Любимый стиль – New School, японская татуировка, традиционная татуировка, реализм, черно-серый.